как-то, видимо, любовь прошла действительно, а новая какая-то искры, может быть, не хватило внутри, или мы уже не захотели ее там как-то, этот костер разводить дальше. Но я скажу, что я не сторонник разводов, я никогда не думал, что в моей жизни это будет, но это вот тот, наверное, счастливый случай, который привел к действительно, к, ну, к хорошему. То есть мы вообще, ни я, ни она вообще ни о чем не жалеем.